Присоединяйтесь, пожалуйста, к эфиру. Всем привет, доброго утра. Мы в прямом эфире и можем начинать? Отлично. Сегодня речь пойдет о первой и одной из важных первых игрушек малыша. Что же это такое? Конечно, это развивающий коврик. Сегодня мы рассмотрим три модели. Это модель Миконга, это модель Локолама и модель Бабу. Они все называются развивающими ковриками, они все похожи, в принципе, состоят из одинаковых вещей, но немножко отличаются комплектацией. Именно сегодня я вам покажу. И что самое главное, что их объединяет, они все от бренда Forest. Итак, наш первый коврик — это Миконга. Сейчас мы вам покажем его на фото на нашем сайте. Там также видно стоимость. И начнем обзор. Зачем вообще малышу может понадобиться развивающий коврик? Ну, важно, что он развивает три органа чувств. Это зрение, малыш видит яркие цвета. Это осязание, малыш чувствует, да, игрушки и сам коврик. И впоследствии подключается также слух, потому что когда малыш лежит на коврике, сначала он неосознанно ручками и ножками задевает наши игрушки, но затем, когда он уже научится хватать, когда он уже будет с ними взаимодействовать и играть, он поймет, что каждая игрушка звучит у нас по-разному. Какая-то шуршит, какая-то пищит. Звучат они все на разный лад. Возможно, у малыша возникнут какие-то предпочтения. Вот это самый базовый вариант коврика. Он состоит из двух дуг, пяти игрушек на специальных пластиковых колечках и непосредственно самого коврика. Выкладывать малыша туда можно, начиная уже с одного месяца. На несколько буквально минут. Он там проводит время бодрствования, тогда, когда он в хорошем настроении. Он там может, вы там его можете выкладывать на животик по рекомендации педиатра. Ну и впоследствии он все больше и больше будет проводить там время, учиться ползать, может быть, учиться садиться. То есть это такая история в долгу. Часто бывает, что уже в семье рождается, например, второй малыш, а двух-трехлетний ребенок снова вспоминает про свой развивающий коврик и с удовольствием с младшим братиком или сестренкой играет уже как практически спортивный снаряд, устраивает себе пещерки, накрывает тканью, лазает внизу. То есть это коврик может прослужить вам долго. Как его собирать и разбирать? Если есть необходимость часто перемещаться с малышом, то я думаю, что вы уже знаете о том, что детки часто привыкают к своему месту, к запахам своего дома, к привычным каким-то вещам. И рекомендуется с собой брать какое-то, некоторые свои игрушки или свое постельное белье, свой манеж. В том числе можно взять развивающий коврик. Если вы, например, отправились на дачу, на отдых, или малыш отправляется к бабушкам, вот это будет его привычное местечко, в котором будет играть и может даже отдыхать и ползать. Итак, игрушки у нас прицепляются на специальные крепления, их достаточно легко откреплять. Далее у нас с вами к основному коврику дуги также прикрепляются пластиковыми крепежами. Мы их отцепляем. И дуги превращаются вот в такие палочки. Часто нам наши мамы-покупательницы рассказывают о том, что если квартира малогабаритная, или вы для хранения детских игрушек используете какую-то одну комнату, то есть места не так много, то каждый вечер можно этот коврик убирать. То есть вы сделали всего пару движений, разделили сам коврик и дуги, и вот таким образом можете хранить в шкафу или где-то в детской зоне игрушек. Если нужно перевести, то мы этот коврик, он, кстати, достаточно легкий, его можно стирать в стиральной машине, мы его складываем, дуги также сворачиваем. И если вы сохранили коробку, вы можете перевозить в коробку, либо это все влезает
в пакет, ну, такого формата А3 примерно. То есть дуги, они у нас мягкие, они ни в коем случае никак не травмируют малыша, даже если он уже большой, дотягивается и цепляет их ручками и ножками. За это можете не переживать. Это у нас был коврик Миконго. Стоимость его на сайте акушерство.ру 1140 рублей в данный момент. Он у нас находится на акции. Ну а сейчас мы рассмотрим второй вариант. Это коврик Loco Lama. Сразу видно, что он отличается от нашего первого базового варианта. Можно сказать уже, как во всяких обзорах магазина на диване, более богатый вариант. Что здесь, чем он отличается? Ну, во-первых, вы уже заметили, у него есть бортики, да? А малыш может себя чувствовать в безопасности, в комфортном местечке. Если он маленький, он поначалу никуда не уползет. Малышам нравится толкаться об эти бортики ножками. Вот. Вы можете сделать как полноценное такое местечко, сохранное, вот с такими бортиками. Либо убирать один из бортиков, добавлять сюда игрушек, то есть как бы расширять игровое пространство. Со всех сторон он отстегивается, он делается больше. Вот так мы его можем разделять. Здесь у нас уже в этой модели добавлены, помимо основных игрушек, грызунок. Вот такой. Добавлена погремушка, ее можно вешать также разными вариантами, можно оставлять вот так висеть за одно кольцо, как вертикально. Можно подвешивать за сами дуги, вот таким образом, да, здесь. Можно вообще взять с собой, если она понравится малышу, и вешать ее на коляску. Далее, в комплектации этой модели у нас входит безопасное зеркало для малыша. Что такое безопасное зеркало для малыша? Оно мягкое. Оно не бьется, оно из пластика, то есть это специальная разработка для того, чтобы малыш мог изучать мир, мог изучать себя, смотреть на себя, но ни в коем случае не повредиться. Сейчас здесь защитная пленочка, мы буквально немножко ее отодвинули, чтобы вы увидели, что функцию зеркала выполняет, но не бьется. Прицепить можно за любую дугу, например, вот так. В ту сторону, какую малышу удобно, например, если он еще совсем маленький, вы выкладываете его на спинку, то он смотрит на себя сверху. Если он уже подрос, и мы с вами, например, бортики можем опустить, он у нас уже на животике, мы опускаем зеркало, и он смотрит на себя, поднимаясь на животике, на руках, подтягиваясь. Здесь также для того, чтобы тренировать положение на животике, которое рекомендуют педиатры, здесь есть такой, как это назвать, небольшой пуфик, валик. То есть, когда малыш подрастает, мы его выкладываем на животик, мы под грудь ему кладем этот валик, он отталкивается и от самого валика, и ручками отталкивается от поверхности, на которой лежит, и ему удобно, он тренирует спинку, тренирует ручки. Здесь такая яркая божья коровка, малышам она обычно очень нравится. Кстати, если вы хотите зацепить игрушки сюда свои, это также можно сделать, используя вот эти пластиковые карабинчики. Они подходят практически ко всем игрушкам, которые представлены сейчас у нас на сайте, да и в целом на рынке, потому что для малышей всегда делают игрушки так, чтобы их можно было зацепить за любую дугу и за любой карабинчик. Я напоминаю, это у нас модель Loco Lama, на сайте ее стоимость 2400 рублей сейчас по акции. Давайте я вам еще покажу, как она раскладывается. Так, мы опять же отцепляем дугу с одной и с другой стороны. Далее мы вытаскиваем дугу из специального мягкого паза. У нас опять же раскрывается, ловите, и вот такой большой коврик у нас получается. То есть, когда малыш подрос, мы можем его использовать просто как игровое пространство. А также, если вы отправились на прогулку в теплое время года в парк, смело раскладывайте этот коврик, и на нем детки смогут играть и приятно проводить время. Опять же, он легко складывается.
очень легко перевозится и также влезает в свою коробку или в любой из пакетов. Ну а мы переходим к третьей модели, заключительной на сегодня. Это уже настоящий домик, хотя все еще развивающий коврик. Модель Бобой, она уже похожа на вигвам. Сейчас я вам постараюсь показать, чтобы все влезло в кадр. Видно вам? Замечательно. О, спасибо большое. Здесь у нас уже есть окошко. Здесь у нас коврик уже чуть большего формата, чем остальные модели. Посмотрите, пожалуйста, какая классная расцветка. Такая в стиле пэтчворк лоскутной техники. Здесь также в комплект у нас входит набор базовых игрушек, которые мы с вами видели. Но сюда уже приехал жить вот такой очаровательный слоник. Совушка, Лёва и звездочка. Также набор шариков-погремушек и наш с вами валик, про который мы уже поговорили. Кстати, важный момент, в этой модели вы можете отстегнуть этот набор игрушек, когда малыш уже подрос, и использовать это просто как игровой вигвам. А вот эту модель, например, младшему ребенку присоединить в колыбельку. Или опять же в новый игровой коврик, то есть очень удобный формат. Здесь мы с вами можем открыть с нескольких сторон. Множество разных игр можно придумать с этим игровым ковриком. Заказать любую из этих моделей вы можете на нашем сайте akusherstvo.ru. Если вы сейчас не успели сделать скрин или запомнить название модели, которая вам понравилась, мы эфир сохраним. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какая из этих моделей приглянулась вам больше всего, и мы вышлем в директ вам прямую ссылку и ответим на ваши вопросы. Большое спасибо за просмотр и ждем вас на следующих обзорах. Всего доброго!